Привет-привет! С вами Лилия Донскова, и сейчас мы с вами рассмотрим сразу три потрясающих сумки из новой коллекции компании Oriflame, которая стартует в 12-м каталоге. Это уже совсем скоро. Оставайтесь с нами. Итак, первая сумка называется «Бесконечность вариантов». Это такой маленький, как бы я сказала, сумка-планшет, кошелечек на молнии с таким, как я его называю, агрессивным немножко орнаментом, это черно-белый, который рябит в глазах. Если вы одеваете такую одежду, это, конечно, сводит с ума ваших людей, с кем вы общаетесь. Но когда это маленькая сумочка, и она просто идет как маленький элемент, как маленький аксессуарчик, то это очень мило и очень чудесно, потому что на него сразу бросается взгляд, он притягивает, просто хочется на него смотреть и смотреть. И что мне очень понравилось, то что таким вот маленьким шиком проходит желтая полосочка по окантовке сумочки между как раз вот молнией, обрамляет молнию, и сама застежка тоже желтенькая. Внутри она тоже желтая, такой приятный, теплый-теплый осенний желтый цвет, такой глубокий. Сумочка очень прикольная. Кстати, есть специальные держатели, если вы захотите прикрепить сюда какую-то цепочку, ремешочек, то вы можете воспользоваться и носить ее просто на плече. Следующая сумочка — зеленый свет. Даже увидев ее на картинке, я уже просто была ошеломлена этой красотой. Она сделана из материала под замшу, такой красивый, глубокий зеленый цвет. И что мне в этой сумке очень понравилось, это ее форма, то, что у нее две ручки, одна цепочка, можно ее снимать, вторая ручка тоже съемная, уже другого цвета, такого кофейного под кожу материал. Кстати, цепочка, она лежит как очень красивый элемент декорированной сумки. А внутри она сделана как сумка-мешок. То есть у нее нет молнии, нет никаких клепок, просто такой мешочек, который тоже очень приятный, как будто тонкая-тонкая замша по качеству, мягкий материал. Внутри есть карман подвесной из такой же ткани. И далее просто пространство свободное, вы можете туда все положить, что вам угодно. Когда вы положили все, что вам нужно, вы берете, просто затягиваете сумочку, завязываете на бант или два банта по бокам, как вам удобно. Вы просто соединяете их, чтобы они не висели, так, например, завязали. И сумочку повесили на плечо. Все. Магия. Сплошная магия. Мне очень нравится эта сумка. Она, конечно, просто красавица. Необыкновенная. Но у нас... И третья сумка, которая тоже достойна вашего внимания. Сумка-рюкзак. Такого глубокого, темно-серого цвета. Сделана она под кожу. Мягкая. Смотрите, какая она прикольная. То есть она прям вот супер сумка. Ее можно носить просто на двух ручках. Внутри у нее шикарный красный цвет. Мне нравится, что нет никакой подкладки, которая обычно там висит. Просто уже все соединено в одно единое целое. Под замшу красный материал. Навесной карман для всякой мелочи. И сумка закрывается на клепку. Можно носить ее просто вот так вот на плече, за две ручки. А можно сделать магию. Сейчас попробую вам показать, как это делается. Надо вспомнить. Смотрите, здесь есть карабинчик. Мы берем, пристегиваем карабинчиком ручку, мы ее фиксируем внизу. Вытягиваем ручки сюда, регулируем их, чтобы они были одинакового размера. Так, и у нас получается рюкзачок. Ну что, примерим? Оп, с другой стороны. Оп, сумка не падает. И вот мы уже с рюкзачком. Видите, да, как это выглядит? То есть, в принципе, вполне удобно. Но если сумка будет сильно нагружена, в ней много вещей, то будут, мне кажется, лямочки врезаться. То есть это такой вариант, когда вот нужно освободить руки и просто набросить сумку сзади, чтобы она не бултыхалась впереди. Очень интересная идея. Мне прям интересное решение дизайнерское. Я такое никогда не видела. Вот, так что сумочка мне тоже очень понравилась, рекомендую. Можно ее, кстати, носить и вот так вот, через плечо. Как вариант, почему нет? То есть мы можем с вами делать массу вариантов, которые только нам придут в голову. То есть это сумка для творческих людей. Вот, и в нее очень много поместится.
Так что желаю вам приятных покупочек. В этом каталоге вы найдете каждый для себя какую-то потрясающую коллекцию или полную коллекцию, или выберете какой-то один аксессуар, потому что они все просто чудесные и очень классные. Желаю вам вкусных покупок. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. А в комментариях напишите обязательно, какая сумка вам больше понравилась. Пока-пока!